Весна. Снег в лесу еще лежит, но уже сильно подтаял. Я пошел в лес посмотреть, какие изменения произошли в природе. Дорогу пересекает след зверя, которого не часто встретишь в нашем лесу, да еще по снегу. Это барсук. Все предыдущие планы тут же забыты, и я иду по следу. Следы, петляя по лесу, привели к норе на крутом берегу ручья. Вход в нору расширенный. Вокруг входа на снегу рассыпана земля и песок. Значит, барсуки уже несколько раз выходили из норы на снег и отряхивались. Эти признаки указывают, что в этой норе они зимовали. Осенью при подготовке норы к зиме барсуки обязательно собирают свежую подстилку из листьев и травы. А ранней весной определить зимовальную нору можно только по признакам выхода из норы. Свежая земля на снегу, отпечатки лап или другие следы. Когда-то в этом ручье жили бобры. Остатки старой плотины еще сохранились. И в этом крутом склоне были их норы. Но вход у них уходил под воду, а гнездовая камера чуть выше, где по суше. У бобров всегда выходы находятся под водой. Исключения бывают только тогда, когда вода уходит при повреждении плотины или приходит засуха. Бобры тогда стараются исправить положение, восстанавливают плотину или роют каналы к норам. Барсуки, видимо, частично использовали бобровую нору, но только ее сухую часть. В этом месте берег имеет сильный изгиб, создавая практически напротив норы удобную площадку для наблюдения. Как только сошел снег и подсохла земля, я занял это идеальное место для съемки. Наблюдение за норой заняли мои вечера почти на месяц. Много интересного я узнал за это время из жизни барсуков. Сначала они расширяли нору и выгребали землю наружу. Потом собирали сухие листья для замены старой подстилки. Удалось понаблюдать любовные ухаживания молодой пары. Они занимались обычной работой и при этом как бы подталкивали друг друга и издавали негромкое урчание. К сожалению, большая часть наблюдений проходила в темноте, когда уже не было возможности снимать. Глаза к темноте привыкают и лучше видят, чем камера. А в это время барсуки себя вели особенно активно. Одна из троп проходила по крутому склону вдоль ручья, как раз ниже меня. Барсуки собирали прошлогодние листья и тащили их по этой тропе в нору. Другой путь, которым они часто пользовались, вел из норы вверх, где склон был менее крутой. Барсуки использовали его для выхода в лес на охоту. Иногда можно было увидеть бобров. Они время от времени проплывали по ручью то вниз, то вверх. Я поначалу не придал этому значения. Даже не сильно меня занимало то, что бобры стали восстанавливать свою разрушенную плотину. Постепенно вода выше плотины затапливала пойму и подбиралась к норе барсуков, но была довольно далеко и низко от входа в нору барсукам. Барсуки показывались на поверхности почти каждый вечер. Но когда за неделю постоянных наблюдений зверей я так и не увидел, понял, их здесь больше нет. Оказывается, неприятности для барсуков пришли откуда не ждали. Вернулись бобры и стали восстанавливать старую плотину. Сначала все было хорошо, друг другу звери не мешали. Иногда можно было одновременно наблюдать и тех, и других. Барсуки при этом занимались по хозяйству на склоне, а бобры в ручье. Всего пару недель хватило бобрам обжить новое место, подправить плотину и поднять уровень воды. Жить в своей норе барсукам стало некомфортно, и они ушли. Так удалось понаблюдать в природе взаимоотношения между разными животными. Сначала бобры, осваивая новую территорию, нарыли своих нор в обрыве. Затем, когда они ушли, их нору стали использовать барсуки. Правда, вход они вырыли свой и соединили его с бобровой норой. Не успели барсуки обжиться, как вернулись бобры и подняли воду в ручье. Барсучий вход они не затопили, да и внутри норы, скорее всего, воды не стало. Однако барсукам не понравилась сырость под землей, которую принесли бобры. И барсуки все свое хозяйство оставили новым старым хозяевам.
Через несколько лет я обнаружил нору ниже по ручью. Видимо, туда и перебрались барсуки. Правда, к тому времени их там не оказалось. Зато эту нору, как выводковую, стали использовать лисы. И пару сезонов мне удалось поснимать там лисят. Я все время проверяю старую барсучью нору. Однако, так ни разу там больше не было ни барсуков, ни лисиц. Жаль, конечно, что не удалось вести постоянные наблюдения в этом месте. Ведь эта нора настолько близко расположена от моего дома, что можно было хоть каждый день туда ходить.